Дорогие друзья, вот хочу показать вам цветение одной из моих орхидей. Я приобрела это растение где-то 1,5 года назад в размере 1,7. И вот наконец-то оно распустило свои цветочки. Распустило цветочки. И вот прошло где-то 1,5 года. И это мое первое цветение. И сейчас я хочу показать, как красиво, как шикарно выглядит эта орхидея. Все это время, значит, цветочек рос и развивался на полке в моем доме в искусственных условиях. Я разместила это растение на стеллаже, заботилась о нем, поддерживала среднюю температуру где-то около 18 градусов по ночам. И примерно 25-27 градусов – это в дневное время, в летнее время года. Это растение росло и развивалось в моих условиях. И я очень рада, что смогла достичь такого красивого цветения. Мой первый цветочек так долго рос, готовился к своему первому цветению на моей полочке, на стеллаже. И вот, наконец-то, моя орхидея зацвела. Этот цветочек уже довольно-таки давно расцвел, и я ждала все-таки вот когда полностью все цветочки раскроются. И теперь, когда это произошло, я могу смело сказать, что цветение этой орхидеи довольно-таки длительное. Его цветочки не очень большого размера, но они очень красивые и, скажем так, уникальные. И вот по прошествии вот этого всего времени, 1,5 года, наконец-то этот цветочек расцвел, зацвела эта орхидея. И я не могу налюбоваться этой орхидеей. Я буду стараться доращивать цветонос и делать все, чтобы он был еще красивее и здоровее. Вот моя орхидея радует меня цветочками уже более 2 месяцев, где-то примерно более 2 месяцев, наверное, с момента самого первого распуска, самого первого цветочка. И самый первый цветочек, который самый был первый на цветоносе, он совершенно не хочет еще отцветать, не хочет покидать орхидею. И я буду, конечно же, ухаживать за ним и наслаждаться его цветением. Значит, у этой орхидеи, это попугайчик, у этой орхидеи, у этого растения нет запаха. И в свете лампочек, в свете искусственного освещения выглядит так, будем так говорить, очень замечательно, очень замечательно. Цветение, скажем так, длительное. И если кто-то хочет завести такого попугайчика в свою коллекцию, то, конечно же, я советую это сделать. Размер цветочка где-то 5,5 сантиметров. И вот такой он не крупный, но очень красивый цветочек. И кому понравилось видео, оцените эту орхидею, оцените эти цветочки в комментариях, задавайте вопросы, подписывайтесь, кому это интересна тема. До новых встреч!